В Невельском районе продолжается добрая традиция поздравлять с юбилеем долгожителей Невельского района. 7 ноября в свой 90-летний юбилей теплые слова поздравления принимала жительница города Невельска Волохова Зоя Константиновна. Позвольте мне по поручению мэра и от себя лично поздравить вас с этим прекрасным юбилеем. Спасибо. Короче, хочется пожелать вам крепкого здоровья, благополучия. Удачи! Пусть для вас солнце встает и закаты на небе сияют. Пусть в вашем сердце надежда живет и любовь к жизни не угасает. И вот от нашей организации вам подарочек. Зоя Константиновна родилась 7 ноября 1930 года в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Помимо юбилярши в семье воспитывалось еще 7 детей. Семья большая была. У нас было 8 детей у мамы, папа рыбак, но мама как, она сети там им вязала, то зашивала, то это, то другое, третье. Жили вот ближе, чем вот здесь, на берегу Азовского моря. Через 3 года после окончания Великой Отечественной войны Зоя Константиновна приехала на Сахалин, в село Стародубское. Прожив там совсем немного, выйдя замуж, переехала в город Невельск, где и проживает по сей день. Когда я приехала в Стародубск, я пошла работать официанткой. Но тут же что-то я чуть-чуть поработала, они мне сразу послали посадили в буфет работать. После буфета они мне послали в Южно-Сахалинск, я работала, училась там. Ну и после этого я работала директором магазина, больше нигде не работала. 90 лет – это практически целый век. И этот юбилей свидетельствует о том, что за свою долгую жизнь наша именинница многое увидела и прошла. Каждый из юбиляров по праву является гордостью и достоянием Невельского района. Ведь у каждого из них своя личная история. Целую жизнь. Валерия Телешкан, Александр Стрельников, Невельские новости.